оболочки яичка, которую мы с вами должны знать. Пожалуйста, начинаем сверху. Дальше доходим до яичка. Кожа, кутис. Дальше. Мясистая оболочка, туникодоротис. Дальше. Наружная семенная фасция, фасция сперматика экстерна. Дальше. Фасция и мышцы, поднимающие яичко. Фасция и мускулис гримастерика. Дальше. Мускулис гримастер, мышцы, поднимающие яичко. Дальше. Внутренняя семенная фасция, фасция сперматика интерна. Дальше. Влагалищный отросток, то есть влагалищная оболочка, туника вагиналис, которая состоит из двух оболочек, висцеральной и париетальной. Получается 7 оболочек. Каждая оболочка яичка, каждая структура оболочка яичка, она является производной передней брюшной стенки. Когда яичко опускается через паховый канал, потому что к 8 месяцу яичко, оно находится возле отверстия, внутреннее отверстие пахового канала. Она постепенно спускается через внутреннее паховое кольцо, отодвигаясь спереди от себя структуры передней брюшной стенки, слои мышц, мышцы, фасции и так далее. То есть инвагинируя, и таким образом она отодвигает эти слои впереди себя куда? В мошонку. Получается, именно оболочки яичка — это производные структуры передней брюшной стенки.